Как разглядеть за днями след нечеткий? Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старшей было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам, те самые с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка! Ой, родная! Огонь!» Раскатывалось эхо над полями. Бой медленную кровью стекал. Зенитчицы кричали, но стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова, впервые защищая на югу и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву, и ласточку, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это после, в 45-м. Конечно, к тем, кто сам пришел.